В нашем историко-краеведческом музее собрана коллекция атрибутов древнерусского быта, которая свидетельствует о богатой культуре нашего народа. Предметы быта пропитаны русским духом и передают тот образ непростой крестьянской жизни, о которой стоит знать молодому поколению. Для этого они и приходят в музей познакомиться с убранством русской избы и традициями предков. Работники музея для школьников провели познавательную викторину. Игра состояла из трех туров. Ребятам нужно было по буквам отгадывать слова. Например, из загадок они узнали, что такое рушник, прялка, кувшин, чугунок, а игрушка над детской кроваткой называется шаркунок. Мне очень понравилось. Я здесь уже не первый раз. Мне очень нравится. Я хожу сюда с удовольствием. Здесь такая обстановка интересная. Мне понравилось. Узнал некоторые новые слова. Было интересно. Необычно было узнать о новых вещах, находиться в таком месте, где... Представляешь, как будто бы вот правда находишься в этой избе древнерусской. Очень интересно, много новых вещей, которых еще ни разу не видел. Хотелось бы, ну, придумываешь какие-нибудь истории, как тут жили, и пытаешься попробовать на себе, как жили в то время. И ощущать эти чувства очень необычно. Объясняли очень понятно и хорошо, так что догадаться было достаточно легко. Вот так Десногорский историко-краеведческий музей поддерживает традиции наших предков.